Всем привет, друзья! Вы на канале Типа Атоп. Меня зовут Дима, и мы продолжаем смотреть «Дронов-убийц». Сейчас будет вторая и третья серия. Ну, точнее, реакция на вторую и третью серию. Мы смотрели эти серии у меня на прошлом стриме, поэтому сейчас будет запись со стрима. Но перед началом я напоминаю, что у меня цель 200к до следующей зимы, поэтому если ты меня смотришь и вдруг не подписан, проверь подписочку, обязательно подпишись на мой канал. А также забегай в мой телеграм, там всегда новости, когда следующая реакция, стрим, летсплей и многое многое другое, и погнали с тобой смотреть серии. Необходимо ограничить ее доступ к свалке. И откуда она берет волосы для причесок? Мерзость. Подожди. Но это наш, который этот... Н, да? Н его зовут. Я постоянно путаюсь. Я его Ви называл, но это Н. Дрон вот этот, убийца. Это он же ж? А это люди, которые посоздавали. Правильно? Этих дронов. И мы на Земле сейчас, потому что Луна была. Все нормально, это я слепая. Не зевай, идиот. Привет, Тесса. О, блин. Они все работали до этого гувернантками какими-то в каком-то особняке на Земле, обслуживали людей. А почему их отправили убивать других дронов? Что это за фигня такая? Еще один. Так, секундочку. Нам показали прошлую жизнь Эна. И в нем, получается, он был обычным разносчиком водички или уборщиком. И показали какую-то чувиху с длинными волосами, которую до этого не показывали. Эн, смотри, что я нашла! Стрёмно и ненормально. Выкуси! Наверняка это все из-за вас, чудил! Я впервые вижу этот символ. Может, вскрытие покажет, что к чему? Что нашла? Знал, что это фуражка пилота? Я включил вторую серию. А что за чувиха слева? Что за чувиха слева? Закончилось на том, что они находятся на улице. И такие, типа... Мы летим на Землю захватывать! И тут они, получается, сидят внутри этого корабля, что весьма логично. Пытаются починить, скорее всего, его, разобраться. А третья чувиха откуда-то появилась. Я был пилотом? Шикардос! Я ломаю все, к чему прикоснусь. Пилот корабля. Предыстория. Говоря о полетах к Земле, а насколько убийство всех людей вообще морально? Люди отправили тебя сюда без какой-либо связи, а мозги переформатировали в бульон. Взметание следов означает, что они не хотят переговоров. С моей мамой переговоры уж точно не вели. Вы упустили переговоры. Все, теперь понятно. Вот теперь логика понятна. Да я знаю, что она была в прошлой серии. Я скорее не понял, почему она им помогает. Она же, ну, против. Вы поняли логику? А она на цепи. Ее просто поймали и сковали. Люди запрограммировали нас решать проблемы. Но где подтверждение вашей версии? Той, где вы все такие добрые и невинные. Но если ты не будешь нас убивать, мы тебе покажем в натуре. Зайдешь, там оставишь свои когти снаружи, и все хорошо, ты увидишь. Мы там в школах учимся, медицина, строим стены, развиваемся, рожаем маленьких дронят, и все у нас прекрасно. Пока ты не залетаешь и не начинаешь нас терзать, жрать нас. От кого-то Джей получала приказы. Если нет связи с компанией, то от кого? И как? Хватит усложнять мой план истребления!
Но они будут вместе, да? Ну, просто все к этому ведется. Мальчик, дрон, убийца, девочка, дрониха. Кто она там была? Ну, какой-то там они были. Такой третьесортный дрон. Ну, почему бы нет? Но при этом она в душе воин, и их надо свести. Хотя я не удивлюсь, если вдруг Н найдет себе какого-нибудь другого Н номер 2, и будет у них прекрасная гачи-любовь. Да, просто золотая тайба. Упс, это же у нас типа угроза безопасности. Ну, давай, удачи. Санчахбот, 5000? Прошу, не выключай свет. Это он с этой лестницы должен туда лезть? Чудесно, классно. Ну и как он себе это представляет? Ну подождите, а какая должна быть угроза безопасности, если одну Тёхану они развалили, но так и непонятно, кстати, до конца, собралась она, не собралась, но, наверное, не собралась, я думаю, что если ее не заявили сейчас в начале серии, то значит этот. Ну та, которая в прошлый раз и Эна пырнула, поняли, да, одна из трех. Н перешел на сторону добра, и третью они поймали и приковали к цепи. Какая может быть угроза безопасности? Они ж только втроем их там на частички разбирали и сделали гору деталей. А я говорил, надо ее в какую-то коробочку сложить. Сложить, заковать, я не знаю, разобрать на части. Она собирается. Чудесно, стоило только о ней вспомнить. А чё она Фрэнка сожрала? Точнее, а чё она собралась в какую-то мразь здоровую, а не в ту, которой она была до этого? Дверченко, ваша дочь, она... отсутствовала. Да, отправилась убивать всех людей. Ну, прямо как я в молодости. Заземлилась и все такое. Говоря о ее поведении... Да, разумеется. Умная, популярная и удивительно разбирается в дверях. Узи, сядь нормально. Выкуси! Узи, отдай Брейндону сознание. Выкуси! Ее! Я тупой! Узи, ты должна найти пару. Пару ребят предлагали, на заметку. Не, нифига, ты стрёмная. Мне пофиг, выкуси! У нее проблемы с социумом. Боюсь, в ее программе неисправности. А какая она дома? Простите? Ну, она порой слегка в себе, но неисправна. Я, возможно, провожу не так много времени с... Мистер Дверченко, сэр, у нас тут происшествие. А мистер Дверченко — это ее отец, мистер Дверченко? То есть до этого они его не переводили как мистер Дверченко, а сейчас он мистер Дверченко. Чудесно, прям целая скороговорка. Я потею! Кто кодил это? Ты как, Узи? В порядке! Да даже лучше! Я тут бах! Привет, Тед. Спасибо. Без проблем, Зи. Эн, чё как? Вы мне жизнь спасли. Кажется, что колония не восприняла серьезно всю эту тему с изгнанием. Скорее, она озадачена, с учетом... С учетом, что я дохрена крутая для возврата в общество? Я никогда не вернусь. Да ладно, никогда не говори никогда. Это во-первых, но там остался... Хотя, блин, там остался отец. Хочется сказать, остался отец. Тот, который нас бросил. Который решил, что нужно закрыть дверь, и так будет безопасней, а его дочка останется. Хотя у него перед ногами лежало оружие. Можно было взять, лупануть, и не было бы никакой больше фигни. Мало духу. Вот такой вот внутри оказался стержень. Недавних исчезновений? И трупа вашего друга-маньяка? Когда я забирал ружье, мне показалось, что ее труп уползал.
Можем вернуться ненадолго. Да. Чудесно. И эта дичь переродилась в что-то серьезное, здоровое и злое. И будет сейчас постепенно убивать маленьких невинных дронов, которые путешествуют себе просто по своему маленькому дому. А мультик такой, знаете, типа, не без жестокости. Сантехбот 5000? Мы тебя обыскались. Это Фрэнк? Привет, Тим. Составишь компанию? Составить компанию в стоянии вон там и не двигаясь в подозрительно низком разрешении? Откуда проекция идет? С крыши? С крыши, да, идет? Сволочь сидит наверху. Ладно. Чувак. Какой ладно? Его погубила тупость. Безупречно сыграю самого я себя. Поимпровизируем для практики. Какие ж мы монстры. Ну, явно не поющие. С возвращением, Тед! И... стой. А она разве не заземлилась? Изгнана! Папа говорит, что я заземлилась! Дрон-маньяк. Ну да. Извинись. Открытка? Да. Простите, написано. О, ну ладно, но больше не делай так. Заходите, глупышки. Так просто? Он развалил всех работников, которые строили эти двери. То есть коллег... мистера Дверченко. Все, запоминаем, я уж немножечко надо ориентироваться в сюжете. И у них точно будут проблемы с безопасностью. Я не удивлюсь, если переложат всех, кто находится в этом бункере, их импровизированном. То он подходит к голограмме, так, то еще чего-то. Она, а то тут все не очень. Родительское собрание. У него дочка важнее, чем в этом коридоре дверь починить. Какой ужас. Фу, это... Погоди секунду. Чуть не... Ты как? В порядке. Хватит спрашивать. Шо? Нашли там что-нибудь для следствия? У нас отпечатки-то есть? Всех развалило, да? Да ладно, настолько хорошо. Даже чашка? Вы же не думаете, что это мое воспитание, да? Я бросил ее умирать лишь раз. Ей просто скучно в вашем классе. А остальные детишки дурачье. Назовете ее неисправной, и я вставлю дверь вам в лицо. А твои... А че ты такой смелый не был, когда надо было дочку защищать? Родичи где? Dead. I watched them die. А чё они вдруг не озвучили этот момент? Я ж прикалываюсь, дура. Мёртвые? Я увидела, как они умерли. Та девчонка. Бомба, да? Пойду впущу её. И часто у вас такое случается? Нет, и меня это беспокоит. А еще до жути слегка пугает. Эй, Зи! А это что? Эй, а это не твой особый глаз? Не называй его так! А, подожди. Этот монстр, монстриха, я не знаю, как ее правильно называть, которая перерожденная, она отсканировала то, что было здесь, правильно? Она отсканировала все данные, то здесь получается как сервера. Их вычислитель? Перезагрузка? Это как-то связано с тем, как ты восстановил свою голову? Я неспроста умалчиваю, как это работает. Материалы из воздуха не берутся. Если повреждение критическое, этот вычислитель может произвести автозапуск некой программы сбора материалов.
Что такое? Это дичь где-то рядом, да? Опа. Семейка Адамс. А, нет, это рука прицеплена! Ой, пересобралась, так пересобралась. А как она разрослась так сильно? Это из-за того, что она жрала ботов, которые находятся внутри, она использовала их детали для новых строений, для продолжения своего тела? Это огромная сороконога. Хорош. Я тоже хочу сюрикены! Хватит спрашивать! Бензопильные руки? Да, давай. Нет, его братишку, наверное, уже не спасти. Да, все. Голограмма с ним уже работает. Эй, привет! Это я, Тед. Только я сдох. Где я нахожусь? Я слышу зубной кабинет. Я в зубном кабинете. Идите сюда за своими зубами. Отвратительная игра, Джей. Почему ты такая... Крутая! Классно выглядишь, Джей. Не-не-не, стойте. Ребята, это правда я. Это Чикен? Снова спасли. Спасибо. А-а-а! Так она может не убивать и сразу делать голограммы. Я думал, что это типа, знаешь, она убила, а выкачала из них их сущность и таким образом там может отсканировать и сделать подобие. Нифига себе, они вычислили, где он находится. Приглашаю ко мне на вечеринку на выходных. Только для крутых. Мы все равно будем заняты. Бла-бла-бла, отстой. Что с голосом, Джей? Это что, ГЛаДОС? Знаете, да ты такая ГЛаДОС? Из этого, из портала. Джей. Ты не... Как там? Ты чудовище. Вот такие все приколы. Мы пытаемся починить этот хост согласно руководству. Так ты программа? Скорее, это вы, наши игрушки. Обидно, что ты в итоге не помнишь нас. Энн? При чем тут голограмма мамы? Проще поглотить, чем объяснить. Не выйдет! Увы, выбор тебе не давали. Придется слегка вас шокировать. Эй! Пока, папа. Что? Да нет, подожди, это что, наш отец был? Ну, мне немножко аж слезы посыпали. Хватит мешать. Узи, стреляй! Или дай мне! Промах. Наступаю. Узи, все хорошо? Нет. Чувак, какой хорошо, ты что, с ума сошел? Отца только что разнесли на части. Какая же ты глупая. Камон, еще эту штуку сломали! А где этот свалил наш этот робот-помощник-убийца? Как раз ужину. Пора ко мне в рот. Вот и он. Ай, пожалуйста, не надо. И все же позвольте. Ну, в теории уничтожили вообще, ну, с крополями. Ну, голограммы, видишь, пропадают. Что это? Что из этого было реальным? Ты меня спрашиваешь? Бежать, бежать, бежать. Хватать! Хватать! Не дать ей уйти! Прочь. Не бросаться в глаза. Ау.
Ау. Да. Ау, ау. Какой-то кружочек превратилась, типа черной дыры. Что? Что вы такое? Да, наверное, что мы такое? Вы же все из одного теста. Так отца реально убили? Там сбоку, кстати, была картинка, когда Windows глючит. Или это отец? Что ты здесь делаешь? Не, вот отец. А что значит пока папа? Это был подставной, не настоящий отец, чтобы нас сломать? Да. Натворила делов. Вот подобие что-то, я не знаю чего. У них свои тараканы есть. Бомба, да? Пойду впущу ее. А! Боже, сорян, промышленный призрак или кто-то там. Испарись. Нифига себе она умеет. Блин, а чё не все так умеют делать? И она по факту только что спасла. Что ты такое? Это она видела, да, как ее родители? Ну да, чтобы я не запутался. Ты меня в любом случае бесишь, но сейчас еще больше. За что мне все это? Не надо было резать наших друзей, которые ни при чем. Я понимаю, задание, все хорошо. Ну то есть, типа, ну надо же тоже своей головой немножечко думать. Не делать приказы по-тупому тебе Ай-яй-яй-яй-яй. Озвучено Ender Production по заказу Glitch в 2023 году. Роли ду... Так она начала думать своей головой. Потому что, ну, она отцепилась, нам это показали, а она осталась. Ты понимаешь? То есть ей самой интересно. Она решила не уходить, а разобраться в этом. Она наслушалась их, пока они там колупались в этом самолете, который летит только в одну сторону. Может быть, они его и починят в дальнейших сериях. Мы сейчас с вами с этим разберемся, возможно. Сейчас, а возможно, нет. Не знаю. Но в любом случае, получается так. Вторая серия точно не то, что я ожидал увидеть. Первая серия была какая-то, что ли, даже немножечко добрее. Несмотря на то, что там, естественно, половину отцовских друзей раскидали налево-направо. Не будем на этом контриться и останавливаться. А серии выходили с паузами огромными, да, типа, условно, там, полгода, три месяца, два года. Как и с цифровым цирком. Они, кстати, что-то затягивают. Я не знаю, почему такой классный мультик начали. Куча пропавших людей. И это следующее, да, бежит? Это подружание наше, которое в прошлый раз дверь согнула. А чё она решила вдруг налево-направо всех уничтожать? Она ещё, смотри, она может создавать предметы. Что это такое? Почему она такая сильная? И чё она вдруг стала злой? И опять и тараканы. Знаешь, что понял? Узи,
когда была в корабле, она достала значок вот этот вот, череп с крыльями, да, или что-то типа такого там было. И когда она его увидела, у нее глаз тоже превратился вот в этот вот значок такой странный, я не знаю, как его описать, вот эта точка со стрелками, как у вот этой вот убийцы длинноволосой-синеволосой. Она, когда вот этот значок включает на глазу, она способна делать странные вещи. Значит, Узи тоже способна это делать. Очень маленькую нам на это дали отсылку. Mom and dad. Я вернулась, мама с папой. А мама с папой живы? Что? Их же на твоих глазах убили. Что вы такое? Вот, видишь? Блин, значок. Вот это про него я и говорил. На балу без пары. Ха, я б тип такой, походу не заслуживаю счастья. Пропавшие. А ты раньше не замечала? Отец нашел, да? Ну да. Но еще снова-таки маленький акцент. Она заметила, что камера была поменена. Ну, это ж, ну, поменена камера, мы так это должны распознавать. То есть она либо выключена, либо запись на ней подстроена таким образом, чтобы не было видно по камере, кто кого там убивал в коридоре. Ну, такой мультик, слышишь, напичкан загадками. Надо так жестко вникать в детали. Я не ожидал такого. Есть моменты, которые можно упустить. Опа! Это мои чертоги! Моя, черт возьми, комната! Личное пространство для столь шатких и беспокойных механизмов является необязательной структурой семейной поддержки. А, ну прости за мою 5-секундную слабость, лады? Тебя никогда не было рядом. И если вдруг захотел помочь, то не мешай. Мне нужен Энн. Это что? Это платье для малышки. И ты наказана за общение с дурно влияющим дроном-убийцей. Но мы с твоим учителем нашли тебе партнеров на сегодняшний вечер. Здоров, чудилка. Готовься блистать. А я просто... Подожди, это две девки. В смысле? У них же намечается вот здесь слово тройничок как никогда кстати, потому что это штукенция для того, чтобы в розетку вставлять, понимаешь? Вот здесь вписывается идеально, без каких-либо пошлых подтекстов. Слежу за этим! Охота быть прямо с иголочки. Но, увы! Зачем ты попросила достать их? Нам ведь надо избегать рабочих, Ви! Мы слишком опасны. Но в этом и суть. Мы объявимся шиком. Грустная фиолка нас пустит, ведь у нее нет друзей. Убьем там всех, а ей голову оторвем. Я не отпущу тебя творить смертельный бал, Ви! Джей стала крабоподобной голохренью, а мы, возможно, выросли в доме призраки! Тебя не волнует, что мы понятия не имеем, откуда взялись? Обещай, что ты с фиолетовым нечто перестанешь совать нос в это дело. А ты знаешь, откуда мы взялись, да? Так ты все прекрасно помнишь. Ты освободишь? Я обещаю, что... Так ты и так свободен, что ты рассказываешь? Мы будем убивать только, чтобы выжить. Ты и я, Энн. Дул, ты вообще убираешься? I put a shirt up. They're sleeping. Очень простой текст. Надо переводить? Так, спасибо, конечно, что пригласили, но когда батёк думает, что я тут, то по факту я буду... Ты забавная. Она забавная. Тебя бы подготовить,
Будешь смотреться мило, но сердито. Смекаешь? Смекаешь? Два факта соедини, пожалуйста. А еще то, что тараканы почему-то завелись у вас в этом, не знаю, бункере, как его называть, в вашем доме. Bathroom is down the hall to the left. Ванная комната там, короче. Дальше. Ви, если ты скрываешь, то мы можем разобраться вместе. Даже крупица будет полезна. Прошу. Расскажи. Да за что? Для тебя же лучше. Пусть и будешь ненавидеть. Жалко. Но он сейчас снова соберет себе башню, а после сбора башни он будет помнить все, что происходило. У него откатывается последние 3 часа. Помните, в первой серии была такая история? Давай не здесь, робо-сатана. Слышь, да никто не заметит, что она пропала. Сделай, что ты там удумала, а я впущу Ви. Покеда! Чего? Класс, эти две подружки еще и вместе работают. Че, ей, кстати, платьечко идет. Пускай оно снято из человечьего скелета. Нет, нет, нет! Нет, нет времени! Но костюмчик она взяла. С иголочки. Так, делай вид, что ты ничего не знаешь. Хочешь выжить? Делай вид, что ты ничего не знаешь. А потом нанеси удар. As they say in English. Oops, I should have predicted someone could escape out of a ventilation shaft using discarded mirrors as a stairs. При том, что субтитры отличались от того, что она говорила. Там было написано, как говорят русские, и какая-то большая цитата про вентиляцию, но она в оригинале сказала, как говорят англичане. Визуально, ну типа, скажите мне, это же субтитры, я их не включал дополнительно, вы поняли? Они внутри ролика зашиты. Я не знаю, почему так происходит. В комментарии пишут, она в английской версии по-русски говорит. Блин, простебались в натуре. Да так можно было, да, сделать? Энн? Узи? Как почему ты? Я... Как ты? Похоже, все плохо. Я мог бы помочь, но не уверен, что ты хочешь этого. Стой, я не против, если ты бы помог и пошел туда... Со мной. Друзья, с иголочки! Такая типичная вечеринка, но меня просто развалило от милоты ситуация, от того, что, знаешь, типа, первый раз Узи проявила такую, типа, девчачью именно черту. Она в основном, знаешь, типа, пацанка такая, стрелять, бить, крушить, я разнесу тебе голову и так далее. А тут первый раз такая... сейчас придет, не волнуйся. Задроты, мы чутка рановато, но поскольку выпускники таинственно пропали, вашей королевой бала становится она. Все правда!
подруга завязала с убийством и всем этим. Мы тусуем. Да, под... Что? Что? Подожди! Я ничего не понял. Легко манипулируемая. Королева Бала? Ребятушки, я молюсь, запутался. А-а-а! Я их перепутал, простите. Это та, которая сбежала. Да, это та, которая сбежала. Я понял. Та, которая украла платье и сбежала из-под цепи. Тут все понятно. Тогда почему исчезали студенты? К чему это все ведется? Так прости, мы забудем. Иначе я попрошу папу снизить вам оценки! А ты отсядешь от нас, Ребекка! Окей, я прощаю ее за все. Громче хлопайте! Не хочу. Платье отпад! Бич! Они кричат «Бич!» «Бич! Бич! Бич!» Могу убить всех позже, и это не отговорка, это просто коварство. Ага. Ступоре. Вообще ты лучше, дура! Беги, дура! Хай, Ви. Привет, Ви. Я хочу забрать твои крылья. Или это она уничтожила ее родителей? Вот в чем прикол. Она просто решила отомстить. Так а зачем она уничтожала тогда своих? Неужели другого способа нет? Anyway, you get it. Все равно ты сделала это. Правильно? Это так? Могу ошибаться, у меня английский говно. Я вообще не этого ожидал! Думаю, нам стоит... вмешаться? Не, ребят, если она владеет каким-то своим космическим телекинезом, я не знаю, магнитными бурями или еще чем-то, то вы вряд ли ее победите. Она раскидала налево-направо дрона-убийцу, который кошмарил всех! Да, пускай каким-то хитрым образом. Но все равно. Узи, you would really side with the murder drones? I'm not the only one who lost family to them. Выкуси! Ты реально перешла на их сторону? Ну, типа, что-то там еще про семью. Но я устала делать все в одиночку. Сделаем все вместе или никак. So cute. But I don't need your help. Вовремя. О, отец молодец. Просто отец года. Я, повешайте его где-то там. Просто повешайте. Это же ненормально! Который раз твою дочку просто, ну, почти на грани смерти она находится. Он стоит, смотрит, наблюдает, кайфует, за двери переживает. Вот, а, ну, что ты можешь сделать? Выбор, он уже выбрал свою сторону. Он ее еще тогда похоронил, когда закрыл перед ней дверь. Этот брательник наш, Энн, соберется. Поэтому он и оттал... Она не может ей управлять. Потому что они одинаковые. А это... Ew.
смотритесь отвратно. Хренов придурки! Только ты меня не использовала, чтобы всех убить, милашка. Куда это вставлять? Спасибо, Лиззи! Заткнись, лузер. Блин, а Узи сейчас закастует какую-то классную тему, да? Что типа, там, глаз у нее в последний момент зажжется, и она тоже возьмет этот ножик и раз и пульнет. Я очень хочу это увидеть. Ну, заявили же нам эту историю. Я хочу, чтобы она такая, боже, что же я такое на самом деле? Спасибо, сказала. Правда, не надо больше. Узи. Хорош! Даже без своего скилла волшебного втащила ей нормально по хлебальнику. Но этот второй милый момент снова меня выбил из колеи. Понимаешь, ты же был настроен на драку-драку. И тут так, спасибо, не надо было. Ви! Она могла дать ответы! Что? Она в порядке. Чутка устала просто. И это специально! Она скрывает что-то и сильно драматизирует! Эн! Ты идиот! Вы! К вашему счастью, мы не закончили. Ну-ну-ну, что там в комнатушке хранится? Класс! Ага! Что ж тут хорошего? А, фу, не блин, подойдя! фу, в натуре. Нашла, что в рот сувать. Зачем рабочему дрону? Она их ела? Так, может быть, Узи тоже надо попробовать себя. Ну, себя, это плохо звучит. Друзей, коллег, отца, чтобы у нее открылись эти волшебные способности. Хочет попробовать, да? Кажись, нашли ее родителей. На вкус, кстати, так себе. Би, это перебор. Да, у меня не все дома. Я не обратил внимания, она попробовала? Она попробовала или нет? Подожди, это важный момент, сейчас. Блин, попробовала! Так, ну хорошо. Нас ждет развитие персонажа. Посмотрим, к чему это приведет. В смысле, она еще жива? Just in time for dinner. У нее разблокировались эти скиллы, как я и говорил, в самом конце. От того, что она попробовала своих друзей. Супер! Чудесно! For you. If I find what I'm looking for,
I'll help you too. Что? I'm sorry. Стой! Даже не... Но как же все бесит! О, а вот и оправдание, почему я снаружи. Новая капсула. К ним отправили новых дронов-убийц. И не одних, да? А нескольких. Несколько капсул. Две. Как минимум две, да? Три. А, нет, это что-то другое. Нет, тоже капсула. Ну, здравствуйте. Работница Тесса. Нас ждет много работы. Да, Джей? Займемся техобслуживанием. Тесса человек. Да? Она, ну, с понятий такого, как мы. А за собой приволокла еще одного дрона-убийцу. И у нее ключик от земли. Озвучено Ender Production по... Так, да, непросто, все очень непросто. Многие моменты, естественно, я какие-то не заметил, потому что сериал полон такими моментами. Но я надеюсь, я задавал правильные вопросы, я эти вопросы буду помнить, и мы к ним еще вернемся. Я думаю, что стопроцентно они заполнят те пустоты, которые у нас образовались в голове. Тем более, что серии долго ждать не придется, а они будут выходить достаточно... Ну, выходить. Они уже есть, а мы их будем смотреть достаточно часто. Но я очень все-таки надеюсь на ваш актив и то, что вы проявите под сериалом, потому что сериал действительно хороший. Ну, возможно, вы его не проявляете, потому что я начал его смотреть как старый слоупок, который все уже посмотрели, а я опоздал. Вот такой он, этот сериал «Дроны убийцы». Очень даже непростой, я бы сказал. Постоянно нужно вникать в разные детали, постоянно нужно копаться. Я уверен, что я многого не заметил, но что я не заметил, обязательно пишите мне в комментариях. А если вам понравилось смотреть, обязательно тыкните лайк и подпишитесь на мой канал, если вы вдруг не подписаны. Забегайте в мой телеграм, а также на игровой канал. А с вами был Дима. Типа то. Пока!